Студенты харьковских ПТУ собрались в колонном зале бывшей академии Говорова. За прошлую неделю в 23 профтехучилищах прошли кастинги. Дмитрий Сотников рассказывает, раньше он занимался брейк-дансом, потому кастинг для него оказался не тяжелым. Всего лишь пару связок и все. Ну, примерно 6-го раза все станцевали и выбрали там несколько человек. Репетировать планируют несколько раз в неделю. Студентов научат хип-хопу, поппингу, джаз-фанку и другим танцевальным направлениям. Хореографы говорят, ребятам по силам затмить майдансеров. Я был сам участником майданса, ассистентом хореографа это первого тура. Ничем не хуже те ребята, которые пришли, главное желание. Когда мы проводили кастинги, все ребята, у них глаза вот так вот аж горят. К танцевальным постановкам решили не привлекать студентов профильных вузов. Организаторы говорят, это шанс для талантливых ребят из ПТУ. Заодно можно поднять уровень культуры студентов. В каждое училище индивидуально мы заезжали, собирали детей, общались с ними, рассказывали за Еврочемпионат, рассказывали, что они будут участвовать в Еврочемпионате. Дети довольно-таки с большим вдохновением шли, показывали, что они умеют, повторяли за нами определенные движения. Учить ребят современным танцам будут хореографы из Харькова, Одессы, Николаева и других городов. Свои постановки студенты покажут на открытии фан-зоны на площади Свободы и в перерывах между матчами на стадионе «Металлист». Все харьковские матчи Еврочемпионата танцоры смогут посетить бесплатно. Ксения Бай, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».